Так, друзья, всем привет. Смотрите, вот этот нож, который я сам сделал, стали N690, 61 единица. Смотрите, с кончиком. Фонарик здесь отсвечивает. Сломали кончик, и смотрите, что сделали. То есть, это... О, смотрите, что с зубьями. Мой сынок. Дома у меня там воду прорвало. Надо было в ванне ремонт делать. Надо было что-то с пола сошкаблить, бетон или что. Дал дяде Сереже вот этот ножичек, чтобы он поковырялся бетон. N690. Ох, бляха-муха. Вот не люблю, когда вот чужой труд не уважают. Да и не понимает. Хотя ребенку 18 лет. Скоро 19 будет. Я его время уже отец одного ребенка был, то есть с ее старшей сестрой, то есть его старшей сестрой. Ну, чтобы папа не скучал, наверное, ну, даже слова не сказал, просто сказал, говорю, сынок, разве можно так обращаться с ножом? И тем более, ты знаешь, что я делаю, ну, делаю стали более-менее нормальных на кухне. Очень много всяких ножей, к чему можно где-то ковыряться, ну, лежат в сарае. О, вот весь его поцарапали. Сатин мой, который по 5 часов наводил. Все, коту все под хвост. Пошел за гриндер, наверное, сейчас. Восстановлю, переточу. Ну, как вам показать-то, чтобы этот свет... Ну, видите, кромка вот здесь вот все покрошили. Вот здесь все покрошили, здесь все покрошили. А где-то вот в этом месте, вот под пальцем у меня, там был скольчик. Это первый же второй день попался. Вот кромка завернулась. Ну, бетон шкрябать, конечно, сталью N690. Но это все мелочи. Не стоит на ребенка орать. Просто вежливо сказал, что сынок, так нельзя делать. Это тем более папина работа. Ну ладно, дело не в этом. Пошел за гриндер. Будем чинить, будем ремонтировать. Ах, только хотел прилечь, отдохнуть, несут нож. Вот таком. Ну, извините. Дети. Пойду ремонтировать, пацаны. Так, пошла запись, да? Ну, успел я уже там чуть-чуть порезать, посмотреть, проверить. Заточку-то не снимал. Хотел просто вам показать финиш. Ну, что получилось. Ну вот. Вот такой ножичек. Видно, надеюсь. Будут вопросы, финиш какой. Арканзас Трансцендент. Я же по нему экспериментирую. Сначала доводил на 600-м порошке. Сейчас довел на 1200-м. Но подвод не 1200-й. Подвод паста 2.1. Короче, рассказываю. Ну, вот он. Арканзасик. Доведенный на 1200-м Арканзас Трансцендент. Заточка ножа производилась, ну, финиш заточки на Арканзасе на 38 общих угла. 38 общих угла. И как понизил на 1 градус на сторону, то есть 1 градус, в общем, на одну сторону понизил, получается, на 2, да, на 36. И по подводу, в общем, шоркал пасты 2.1. До этого 7.5 отбор был. Я до конца не режу. Вон, так сколько там его собирать надо. Ну, как Лукьянин этот друг наш режет. Волнами, флиртами. Острота, конечно, сумасшедшая. Надеюсь, видно. Я не мастер по разрезанию бумаг.
Столько большого опыта нет. Надеюсь, видно. Восстановил. Вот по обуху чуть-чуть снял. Видите, какой теперь он формочки стал. Ну, на сына-то не орал так. Не кричал. Просто в следующий раз я его просто заставлю часа 4-5 тереть сатин. Чтобы он больше так с ножами не обращался. Ну, дети наши. Цветы нашей жизни, да? Ну все, на этом все. Не знаю, как еще видео назову. Всем спасибо за внимание. До следующих видео. Пока, ребята.